Всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова, как всегда, Арчи, и мы продолжаем играть в СВР, создавать боевой корч. На сегодня нашей машины, можно сказать, для небольшого обзора, будет Toyota Altezza или Lexus из 250, если не ошибаюсь. Давайте зайдем нашу в карьеру. Все окей. Так. Если что, извините. Так, это наша прошлая машина. Это Nissan Silvia 13 кузов. Тут написали мне в комментариях о том, что РБшный двигатель 4 уровня, чтобы он, короче, завелся. Проще, короче, делается так. Создаете РБшный двигатель. Повышаете обороты. Можно до конца повысить, можно где-то, вроде бы я уже повышал до 1700, где-то так вот. И он, короче, с места страгивался, можно сказать. Машина страгивалась. Но она едет слишком быстро, и она аж летит прям пулей. Да, так вот. Ладно, давайте возьмем нашу машину, которая нам нужна. Это... Nissan, это Toyota Altezza. Так, Toyota Altezza. Можно Toyota Altezza взять в AR100 кузове и в RS200 кузове. Но нам понадобится AS200 кузове. Можете взять и Altezza вот эту вот, DJP. Тоже. Смысла не имеет, просто я беру этот кузов, потому что я установил Paint Job. Даже можно в этом кузове, потому что я пробную версию машины создавал в этом кузове, и поверьте мне, машина неплохо дрифтует. Надеюсь, я не закосячу, ладно. Делаем! Это просто кузовы немного разные, то бишь машины, короче, годов, можно сказать, так разные. Так, снимаем... зачем я купил ее полностью, затюнингованную? Снимаем все нафиг. Так, снимаем колеса, нам не нужны. Так. Как я уже давно хотел Altezza сделать. Потому что Altezza это просто... Ну это шик. Altezza реально шик. Потому что это классная машина. Все, надеюсь, знают такую команду Toyo Sport по дрифту. Очень замечательная команда. Вернее, глушите. Очень замечательная команда, которая от России выступает в дрифт. Битвах. И занимает практически не очень плохие места, ну, как бы не плохие, а вот занимает хорошие места. И они ездят на машинах Toyota Altezza. Toyota Altezza. Причем там оба пилота. И они все ездят на Toyota Altezza. Я не помню, вроде бы одного даже из пилота зовут Кирилл. Я точно не помню, потому что... Ну, я просто точно не помню. Может даже и не Кирилл, могу и ошибаться. Так, берем как всегда стойки, ароматизаторы, K-Sport Slide. Да, я стал пользоваться этим ароматизатором. Если хотите, можете пользоваться Tain Drift Superfront. Не знаю, почему я ими не пользуюсь, потому что как не... Не знаю. Кому как. Я пока перешел на K-Sport Slide. Потому что я немного посоветовался, посмотрел видео, смотрю люди. Берут, пользуются такими амортерами. Я думаю, а я чё, лысый что ли? Типа я чё, типа я такой один. И давай, чем-то и нравятся вот эти ароматизаторы. Как бы машина стала себя по-другому вести. Так, колеса, давай, колеса. Какие же мои диски купим? Дисочки. Вот дисочки, я даже не знаю, как их купить. Давайте, наверное, волк. Давайте возьмем волк. Раз, два, три, четыре. Возьмем волк. Так, сразу говорю, на 19 они замечательно идут. Итак. Так. Угу. Юкахамовские берем. У кого мода не стоит, можете брать другие диски, если можете... диски, покрышки, я уже... Можете брать такие Yokohama брать. Просто сейчас на одной из трасс
Да, я установил новую трассу, в которой мы будем ездить там. Просто машину, прямо аж, ну не знаю, она сейчас сами просто увидите и поймете. Эти просто вроде бы покрышки, они вроде бы как бы не то что мало, они немного, да, вот это вот соберем, не крепче, как бы сказать. Короче, но они подходят. Зашибись. Так. Господи, энгины. Боди, энгины. Берем две... А, мафлер. Вначале купить мафлер. Под нее мафлер можно купить. Трубу. Греди карбон. Батарею купить. Монстр Energy. И можно купить сразу полный кит. Двигателя. Два Джейзи. GTA. Это стандартный комплект. Хотите на 3-4 литра, потому что я с этим двигателем работал. В отличие от НКСовского двигателя, если честно, я не знаю, я его не проверял. Хотя он, видите, дорого стоит, наверное, он хороший. Проверял вот этот вот двигатель, который за 5 с чем-то, я надеюсь, стрелочку видно. Как бы сказать, двигатель хороший, но обороты надо больше ставить, и двигатель начинает перегреваться. Вот с НКСовским я не работал. Вот посмотреть, что ли, купить. Так. Что-то я прям про него... Что-то я никогда не замечал, что он что-то... Я думал, что что-то не то. Ладно. Ставим все. Упс. What? What? Ты просто залагал? Ага. Меня обмануть хотел. Так. Вот. Видите, диски на 19 вообще подходят идеально. НКС двигатель. Ху-ху-ху. Уху-ху. Машина Twin Turbo. Да, машина Twin Turbo, а первый двигатель не Twin Turbo. Так что, давайте немного. Пока мы с вами машину создаем, я испробую двигатель. Ничего страшного. Я надеюсь, не будет. Надеюсь, вы меня в клочья не разорвете. Типа, да зачем ты поставил этот чертов двигатель? Ты занимаешь много времени у нас на твои просмотры. Так, это вот все снимаем. Это вот тоже задний снимаем. Видите, мы сняли машина. Машина почему-то просела. Почему? Потому что машина затупила. Я хотел сумничать, но ладно. Капот оставить, двери поставить на место. Поставить Roll Bars. И все, в принципе. Да, вот это вот все можно продать. Да, двигатель наш продастся, конечно. Так, теперь можно снять спойлер. Снять задний вот это вот. Снять вот это вот заднее. Так, ладно, все, вот это вот тоже можно. Хотя ее оставить, она понадобится нам. Итак, начинаем с боди. Блин, да дверь-то верни, ты зеркала, сними боковые. С боди, так как я установил paint job, сразу скажу, есть классный street body. Я всегда им пользовался, это сейчас вот направо. И вот, это G-Style Edition. Он вообще классный. Купите, посмотрите, просто я сейчас время не буду много затягивать. Он классный, сразу говорю. Еще есть классный, это NKS боди. Тоже классный, но нам он не нужен, потому что нам нужен G-West. Почему вы спросите GVS? Потому что мы под него... Wellside тоже нехорошая фирма. Например, если вы смотрели Тройной Форсаж, и если вы помните 350Z Nissan, то обвес у этой машины Wellside. Да. Кто не знал, это Wellside обвес. Но здесь боди, он как... Я не помню, как он называется, когда машину расширяет. Блин, забыл. Так, GVS возьмем. Душки нам вот эти вот надо. Так, фронт-сплиттер. А, вот можно ТРД взять. ТРД. Так. White Scopes. Тут нам понадобится только дрифт зеркало. Это мы взяли правое. Значит, нам надо вот это вот левое. И задние. Раз зеркало. Два зеркала. И все, больше нам ничего не надо. А, ну вот можно черные взять, кому нравится. Кто любит черные диоды. Вот диоды.
Так. Зирка-зирка, лице. Тут можно убрать. Так. Вот это вот вставить. Вау! Вау, НКС-овский прям как вошел, хорошо. Ладно, короче, так и оставим. Так, боковые. Забыл снять. Сори. Так, Алтеза. Я иду к тебе. Это можно снять. Это Алтеза G-West. ТРД худ поставим. Надеюсь, он подойдет. Вау, 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 вау. Вау, это ковшик. Только каким-то образом ковшик слишком сильно оказался внизу. Я даже не знал, я думаю, что это такое? Это ковшик оказывается. Не, ковшик. Ковшик для машины. Вот такой вот ковшик. Угу. Ковшик, ковшик. Ковшик так ковшик. Так. Фара, дрифт, не дрифт. Задние фары. Это вот мы какие-то диодные скачали. То бишь, купили. Так, все остальное все можно удалять. Так, банку нашу. Не обижайте. Вытянуть вперед. Вверх-назад. Лево-вправо. Немного правее взять. И... А, то и мы ее крутим. Это нам ни к чему где-то. Блин. Зачем ты ее так? Там должно быть... Там не вверх прямо. А вот, да, вот. Вот так вот, вот. Немного что в бок смотрело. Все. А, ну и забыли, конечно, спойлер. Так, спойлер. Боди. Спойлер. И спойлер. Я беру последний G-West. Кто хочет, берите другие спойлеры, устанавливайте, какие вам нравятся. Мне нравится, потому что это хорошо. Опа. И вот он так. Теперь. Обороты на машине. Обороты. Ладно, 950 до 950. Наверное, поставим пока на 8000. Так. Трансмиссия. Трансмиссия стоит прям как нам надо. И. Машину. Перед, как всегда, ставим. Я ставлю 650. 650. Перед, 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 мой перед. Так, ставим 6.50. Ага, 6.50. Так, машину желательно завести, конечно. Вот все. Не завести, а поставить ее. Якобы мы ее заводили. Тобаный стос. Вот. Здесь я можно 4.5 прям, короче. Да, 4.5 прям дикий развал делаете. Потом. Если вам не нравится, что колеса прям там, вы ее вот так вот вот вытаскиваете колесо, вот так вот вот. Эй, насколько я поставил? 19,8, 198. Так. Во. Все, задние колеса. Да, можно сделать, конечно, небольшой такой на 2 где-то. На 2. Можно тоже полностью сделать. Сзади не такой уж сильный становится. Да, можно и сзади так сделать, хорошо. Жопу заднюю опускать не будем. Немножко передок опустим. Ну и в принципе все. Машина готова. И теперь пробный тест. Наш paint job. Мне посоветовали. И... Вот оно. Вот видите, с капотом надо было ставить стандартный. Ну, вот он, paint job. Давайте все-таки поставим стандартный капот. Как нас и просили. Body, stocks. Стоковский капот. Стоковский капот. Вроде какой-то стоковский капот и еще какой-то. G-West. Может это G-West? Может это G-West? Давайте посмотрим. G-West, не G-West. G-West, не G-West. G-West, не G-West. G-West, не G-West. Вот оно. Так, собаки его мне напугали. G-West. Дубль. Следующий. Я установил два деколя.
И вот оно. Нет, все-таки. Не GVest. Стандарт. Так вот. И все. Вот. Видите, как получилось? Вот он, наш. Вот мне больше этот бекон нравится. Но заднюю жопу. Жопу опустить. Можно немного жопу заднюю опустить, чтобы... Да, давайте немного задницу припустим. Да. Тихо, не это. Так, очко, очко, очко. Задницу припустим. Нет, не то. Это чтобы пружины были мягкие. Если не ошибаюсь. Так. Поставим на 6,90. Слишком жопу опускать не будем. Так, тихо, куда ты разошелся? Может, а там и так. Вот, все, нормально, да. Завалилось. Вот, видите, GVest я установил. И вот, какой он принял. Потому что все пейнт-джобы только идут на GVest. Хочу потом, я, наверное, не хочу, я, наверное, все-таки сделаю обучающее видео по тому, как создать собственный, не то что деколи, а как можно просто скачать. Вот так вот тут будет, нет, лучше может черными их сделать. Типа черные реснички. Как создать собственный, ну, то бишь, сделать в нормальных форматах. Помните, я вам про Сильвию, да, про Сильвию 14, я вроде бы вам говорил о том, что когда покупаете деколи, которые находятся в Decals, вот они, мануфактура, вся фигня. Они косячены. Устанавливаются фигово. Я вам покажу, как их установить нормально. Вот у меня есть установленные всякие, маленькие, анимашки, миск. Где-то у меня классные были, мануфактура. У меня классные были, я помню. Нет, не это. И не numbers. У меня классные были. Не, мне реально классные были. Косяк. Аудио. Я не знаю, я никогда аудио не устанавливаю. Здесь я боксер. Здесь сабвуферы есть, но они зачем? Мне машину, наоборот, легкую надо. Аудио китс. Это будет, если Жигуль делать копейку, тогда вот туда, может быть, поугарать. Ну так, все, машина готова. Давайте ее испробуем. И испробовать я буду на карте, который я скачал, Ibusa. Ibusa, это есть такая, просто есть настоящая дрифт-гора. Я не помню, в Токио вроде были, где и в Японии. Где-то там. Я как-то читал про то, что там есть школа для обучения дрифта. И один урок у них стоит около 1300 баксов. Вам дается дрифт корч полный турбованный, вам дается что-то вроде бы два или один комплект резины полной, и дается полный бак и инструктор, и вы колесите, пока все не проедете. Ну так, машина, вау, как тебя цепляет, а слушай, вау, 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 вау. Так, покрышки. Я думал, вы не багрышки. Что-то, я не знаю, я тогда в пробной версии. Блин, от кузова, я ж надеюсь, не зависит. Я в пробной версии эти покрышки девал, у меня машина дрифтовала. Окей. Эти покрышки не берем. Смотрим другие покрышки. Наши стандартные, любимые мной покрышки. Которые еще какие-то взрывные, так сказать. Вот они. Раз, два, три, четыре. Эти никогда нас не подводили, они всегда дрифтовали. Где бы их я ни одевал, они всегда дрифтуют. Ну, они немного выглядят по-другому, но они красивее выглядят. Надеюсь, мы поедем. И ты не будешь мне машину перекидывать? А может, это и двигатель, потому что... А может, и двигатель? Нет. Вот покрышки, теперь машина не... Берете покрышки, которые... Нет, почему? Почему? Здесь турбина не работает на машине. Вопрос, не знаю почему. Может, оборотов, потому что мало. А может, и потому что оборотов мало. Ну-ка, если... Обороты...
Плохой двигатель, сразу говорю. Это плохой двигатель. Его можете не устанавливать. Потому что этот двигатель... Нет, не сюда. Это реально плохой двигатель. Пользуйтесь тем двигателем, который я всегда беру. Вот этот вот. 3-4 литра тюнинг партс. Еще полный тюнинг. Тюнинг. Так, он сейчас как всегда вылезет. Да. Да, давай. Под машину давайте. Да нет, не его. Его. Его взял, да. И вниз. Укай. Укай? Нет, не укай. Немного назад. Не вперед, а назад, сказал. И еще назад. Чтобы было видно сетку от вампера. Во, все. Усё. А, блин, забыл. Блин, хотел на бэк нажать. Хотел обороты убрать. Там же стоят сейчас обороты до красного. Там глюк небольшой. Еще и ночь. О, ночью я не буду дрифтовать. В ночь я дрифтовать не умею. Что-то я какой-то немного суетливый. Не успеваю, блин. Просто я уже хотел лечь спать. Поставим давайте на 9000. Так и оставим. Все. Можно ехать. И теперь я надеюсь, мы будем давать угла 90 градусов. Ну, 90 градусов, конечно, не будем давать, но угол где-то угла 5 точно будем давать. Здесь я, как видите, уже сразу работает турбина, и мы поехали все-таки в ночь дрифтовать. И машина вроде бы все равно кидает. И все равно ее... Ну да, ее немного кидает, но... Почему? Может, потому что жопа поднята слишком высоко. Да, наверное, все-таки потому что жопа поднята. Так, давайте мы ее опустим. Косяк. Да, не спорю, косяк. Так. Так, убрать. Так, не то. Вот это вот. Давайте ее полностью 5,0. А чё уж там? 5,0. Как она выглядит? Офигенно вообще выглядит. Я вам говорю, офигенно. 2,5. 2,5. Ну, теперь офигенно выглядит. Ну чё, всё? Поехали. Поехали. Может, из-за того, что такая карта, но почему-то всегда на джеке. Ну, я делаю как пробный у меня. Все-таки профиль остался. И вроде бы хорошо все получается. Может, мне и риску съесть надо. Вот сейчас мы... На ой, риски деревянные мы сейчас укусим. И поехали. Машина вроде бы дрифтовать стала. На нафиг. Да, вот здесь вот реконструкции, вот хорошая карта сделана. Ола. Здесь слишком много оборотов в машине, сразу говорю, не давай. Нет, ну, на нафиг. Так, заводим. На, все собрали. Давай, съезжай. Давай назад. Много оборотов лучше не давать, потому что здесь машина сама по себе сильно дрифтует. Это вот можно в другие, когда карты переходить. Сейчас даже покажу. На примере карты другой. Надо еще морду опустить. Обязательно. На нафиг. Так, давайте морду тоже опустим. Черт возьми, что с ней случилось?
Да может потому, что я взял не тот кузов, который надо было лучше брать? Мне так кажется. Желательно берите тот DJP. Тот нормальный, сразу говорю. Тот уже проверенный. Я на нем сколько делал машины. Просто я хотел с декольками сделать. Если мы... Блин! Вот, например, на той трассе машина дрифтовала. Много оборотов. Здесь ожить. Возьмем другую трассу, например. Мой любимый каньон. Где я всегда люблю дрифтовать. И где я не люблю один поворот. Ну да ладно. Так. Камон. Быстрее. Карта. Быстрее. Так, ну здесь что-то оборотов слишком мало, мне кажется, я дал. В машине. И все равно я почему-то из-за покрышек, наверное. Но здесь можно оборотов и побольше дать. Опа. Вау, 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 вау. Вау. Я уже не помню, на какой-то машине тут тоже ездил. Она дрифтовала плохо, но за нее, за то, что она ехала практически, можно сказать, прямо. Ей давали очки, ну прям просто опупенные. Да, наверное, скорее всего, зря я взял. Блин, надо было мне с этим двигателем тоже, ой, фу, с кузовом посмотреть. Дрифткар. Машину. Прибавить оборотов? Да, нафиг мне гейм. Go back to garage. Вот я закосячу. Ну-кай. Я уже долго снимаю, наверное, очень долго. Офигенно, наверное, долго снимаю. Как бы не сделать уже его. 15 тысяч. Укай, поехали. Все, это последняя моя гонка. Ребята, сразу скажу, берите либо RS 200 кузов, либо берите DJP. Говорю точно, хорошие кузовы. Машина не будет так, как у меня здесь по-говнявски дрифтовать. Берите диски, потому что вроде бы о дисков тоже что-то значит. Потому что, как мы видели, я на воркерских тогда дисках когда ставил, машины тоже неплохо дрифтовали. Это был с 33-м Nissan Skyline. Наверное, я уже закончу. Да, друзья мои дорогие, я, наверное, закончу. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Делитесь, комментируйте. Всем всего хорошего и чё, до новых встреч.